Каковы признаки религиозных течений с нетрадиционными взглядами? Деструктивные религиозные течения – это авторитарные организации, которые для усиления своего влияния занимаются скрытой пропагандой идей через религиозные, религиозно-политические, просветительские, научно-познавательные, культурные, оздоровительные и другие мероприятия. Они на постоянной основе пополняют свои ряды и держат на контроле поступающую от них информацию. Наряду с этим, для удержания людей в своем обществе, они не внушаются грязных методов. Это оказание психологического давления и запугивания. Таким образом, они нарушают права человека на свободу слова и мысли. Кроме того, существуют такие нетрадиционные религиозные течения, которые занимаются незаконной медициной, представляют опасность жизни и здоровью людей. Эти течения, нарушая права членов сообществ, используя метод контроля сознания, наносят вред их психике и здоровью в целом. Зачастую миссионеры для достижения успеха в своей деятельности изучают и перенимают язык, обычаи, традиции и поведение местных жителей. Из-за активности радикальных религиозных течений возникает кризис духовных ценностей, которые являются основой традиционного казахского общества, и появляется угроза опасности для внутренней стабильности. Деятельность нетрадиционных религиозных течений часто идет вразрез с конституцией и другими законами. Она наносит вред свободе, совести и вероубеждениям людей.